Привет, вы на канале Рыбакит, и сегодня с вами Хайу Хадзума, с вами, как всегда, вы на канале Рыбакит, я Соня и Катя. Я была прошлым летом на этом видео, и еще вчера, господи. И сегодня мы будем опять рисовать. Да. Как всегда. С нами вдохновение. Покажем вдохновение. Вот наше вдохновение. И вот еще. Еще один очень главный участник. Мячик-попрыгунчик. Сегодня я по-другому выгляжу. Дверь закрыть можно. Вот, смотрите, какая штучка у нас. Это мои любимые стержни к автоматической ручке, которые я постоянно рисую. И вот мой порванный ластик. Я извиняюсь за лишний шум. Да, тут у нас гости. И еще дверь на кухню открыта. Вообще здорово. Никакого художественного настроя. Ну, начнем, пожалуй. Как вы видите, я уже сделала маленький набросок. Да вообще. У меня вообще маленький рисуночек. У меня очень сложный. Потом, возможно, через несколько видео, наверное, вы узрите его. Кстати, сегодня ты кого рисуешь? Я сегодня рисую моего персонажа и персонажа, который мне нравится. Сейчас я принесу, Кать поговорит. Вы думаете, это глаза? Нет, это не глаза. Это не о том, что вы подумали, это не глаза. Я извиняюсь за такой резкий уход и приход. В общем, я рисую моего персонажа и вот этого вчерашнего героя, с которым вы хорошо успели познакомиться. Если что, вот тут есть вся надпись. Какая дата, время, как его зовут, и откуда он и, конечно же, автограф моего канала. Весело живем. Вы думаете, это глаза? Вы ошибаетесь. Не глаза. Вы глубоко ошибаетесь. Вот глаза. Вот это глаза. Мышки. Маленькой мышки такой. Так, нужно нарисовать кочерыжку. Кочерыжка, клево. Ой, мне кажется, она какая-то большая. По-моему, волос слишком длинный. Ауха! На кролика похоже. Кролик? Я лучше другой возьму. Господи, я голову не так нарисовала. Так, это да. То есть здесь... Ребят, понюхайте. Наверное, вам однозначно будет пахнуть. Дай. Так, небось, опять спирт. Я обожаю. Помните, я говорила, что я уже спирта в этом году нанюхалась? Ром, пожалуйста, давай тихонечко. Господи, мне кажется, или у него спина слишком изогнута? У меня слишком жирная мышь. Мышь должна быть жирной. Мышь. Аня в Марио играет. Кстати, Ваня выложил видео, как мы все играем в Марио и в драчки. Да. Че, серьезно, уже выложил? Ну нет, он еще не выложил, но, наверное, скоро будет. На мой канал еще должен быть выложить. Спасибо. Ой, Екатерина Великая, подскажите мне, пожалуйста. Да. Спина нормальная или слишком изогнутая? Давай быстрее. Да! Вот так. Да я имею в виду про рисунок. Если бы у меня была такая, я бы, наверное... Сравните. Эй, Рома. Вот это с этим. Полный ноль. Все. Ну, это потому что наброс. Ладно, поняла. Спину надо чуть по-другому сделать. Тут пальчики. Вот что нам нужно сейчас, наверное, как же пройти? И сырок. Какой сырок? Ну, она же держит сыр. Наш всех. А, сырок. Не послышал сырок. Сырок. Тюремный сырок. Ладно, бросим эти шутки. Так, кто такие алкоголики? Грибочек, я огромный! Как вы думаете, что мне осталось дорисовать? Нет, я хочу быть огромным. А сырок, по-моему, пожирнее должен быть. Пожалуйста, можно потише? Сырок, мне кажется, пожирнее должен быть.
И она у меня какая-то квадратная тут получилась. Ой, да ладно. А как вы думаете, чего не хватает? Хвоста. Та-да-да-та-та-дам. Настя, я хотела, чтобы Катя сначала хотела хомяка рисовать, а потом она увидела эту замечательную мышь, она захотела ее рисовать. Кстати, кто в интернете найдет похожую картинку, знаете, это была мышь, которую я рисовала. Маркер на коже. Вылечит, поможет. Нажми на цветочек. Извиняемся за шум. Кстати, я сегодня гораздо лучше выгляжу, чем вчера. Катя, нажми на цветочек. Нет, и меня. Нет. Извиняюсь. И меня. Приносим глубочайшие извинения. Мяу. Наш новый поставить. А я буду... Покажем кадр. Бай. Мышка с вдохновением. А пока ты что-то там рассказываешь, я расскажу вам о нашей рекламе. Научитесь рисовать рыбаки в бокс. Это такая коробочка, которую Ваня может вам прислать. Там уроки рисования для детей, и пастель масляная, краски, кисть. Ну и что вам надо для рисования. И 50 с чем-то уроков для детей и для рисования. Так что подписывайтесь на канал и смотрите. И заказывайте эту коробочку. Не пожалеете. Нет, ты маленькая. Я пропала. Нет, ты маленькая. Ой, я больше не повар. Я больше не повар. Все, я буду здесь стоять. Вот я буду... А мне повезло с рисунком. Мне вот это ничего не надо будет раскрашивать, потому что там мышь белая. Все, я буду бегать. Жизнь, боль, ребята, мы должны это понять. Слишком боль. Вообще, мне рисунок какой-то не рисунок. Чертовщина. Ну да ладно, сама выбрала такую рисовать. Я не знаю, может потом Ваня вложит эти рисунки, которые мы рисуем в это видео. Может, нет, кто его знает. Мы попросим его. Ведь уж мы умеем уговаривать. Это не точно. Это мне. Смотри, я повар. Я повар. И ты сейчас спасибо. Я тоже повар. Ты красивая, а я повар. Я тоже повар. А, мы это проходили. На чем мы остановились? На том, что мы рассказывали, что я везунчик. Нет, мы рассказывали то, что жизнь плохая шутка. А жизнь играет, мы не пешки, а кушаю пельмешки. А расскажи историю про апельсин. А, это песенка. В общем, если вы не против, конечно, против моего пения. Конечно, потому что из меня певица, я не знаю, оценивайте сами. Конечно, сочинить я могу. Спеть я могу. Есть у меня один маленький апельсин, маленький гнилой апельсинчик мой. Сейчас его я съем, станет моим он совсем. Маленький гнилой апельсинчик мой. Вот его я съел, стал моим он совсем. Маленький гнилой апельсинчик мой. Я на горшке сижу, ва, в потолок гляжу, ва, а во всем виноват? Дай круглый, оранжевый гад. Дай в замок. Гений по жизни. Вот тебе, получи. Блин, я не знаю, девушке рисовать кофту с капюшоном получай. Или не надо? Какую? Кофту с капюшоном получай. Рисовать или не надо? Да, надо. Ты же хочешь все повторить? Ну я не знаю, потому что переделываю рисунки-то. Обожаю переделывать. Так, черные глазки. Я хочу туда. Ну там, ну принцесса. Какие миленькие засрые зрачочки. Так, а где тут белый? Я тоже не хотела делать белый. Я хочу подровнять глазки. Павлик. Там Павлик. Эй, дай мне тоже. Ладно, пускай она будет у меня. Ой. Моя мышка готова. Нет. Вообще так нормально. То есть за весь урок рисования я сделала только волосы, подрисовала тут другой волосы. Молодец, Павлуш. Кофту, а она мышку закончила. Face of the Rainbow.
Я бы все сделала больше, потому что мне это просто не надо рассказывать. А ты, я не хочу попа! Пожалуйста, потише! Мы обрежем это. Мы это обрежем. Обязательно. Вот моя мышка. Если вам понравилось это видео... Что? Какое видео? Дорисовывай! Ты тут долго дорисовывать. Давай дорисовывай. Ты тоже дорисовывай. Ух ты, я так быстро бегаю. Я тоже быстро бегаю. Нарисуй еще домик ей. Пока она где-нибудь будет жить. Она же не бездомная, как некоторые. Ой, ты ее маленькая. Смотри, я убил ее. Такой с котиком. Какие же такие дети, кого-то убили. Ой, я сделаю ей оранжевый домик. Оранжевый галстук. Почему бы нет? Кто знает эту песню, ставьте лайки. Это Браво поет. Так, ну это типа тут у нас будет еще. Типа вот тут у него так. Ага, а потом у него еще вот тут воротник идет. Так, я тут холмики нарисую. Ну, надеюсь, не будет против. Нет. Вот ты на змеи. Нарисую оранжевый домик. Беги за ним. Извините, просто мне реально. Потому что у меня привычка, а то говорит оранжевый. Мне все время кажется, что скажут оранжевый галстук. Ой. Пусти. Очень некрасиво. Так, что-то мы замолчали сразу. Да, это как-то неприлично. Вы же любите, когда мы разговариваем? Да, наверное, любите. Нет, не точно. Вот сейчас мне главное не нарокожопить с рукой. Так, ладно, с рукой потом разберемся, мне главное другое сделать. А, с меня своими волосами. Ну, сори, ладно, ладно. Все, довольны? Еще. Да, довольны. Да так, надо поилочку сделать. Миску надо ей сделать. Так, стержни хорошо лежат. Никому не мешают. Так, то есть тут у него... Ага, все, для меня... Мне кажется, рука слишком сильная. Мускулистая. Нормально. Похоже на мишку? Чуть-чуть похоже. Да. Нормально рука или слишком мускулистая? Нормально, прям нормально. Нормально, да, нормально. Отлично. Это будет с водичкой. И обязательно нарисую. О, все, вот так сделаем. То есть вот так, эту линию сотрём, она нам мешает лежать. Вот, и здесь у нас вот как бы немножко разрез от, от рубашки и жилета вот. А я пока мест нарисую облачко. Я думаю, ты еще холмы раскрашиваешь. А что их раскрашивать? Не знаю. Сейчас спроси, почему у меня облака так низко. Я тоже облака низко рисую. А где мой колокольчик? Ну, когда природу рисую. Ой, это мой булка. Слишком много слов рисую. Я все закончила. Все, я буду падать. Я руку рисовать не могу. Колокольчик. Так, а давайте сейчас мне... Ты поставишь оценку. А я вернусь и не буду. Ну ша, мы будем учителем. Покажи мне колокольчик. Нет, все, я буду убегать. Погодите, оценка еще не выставлена. Сейчас, я не знаю, усы как-нибудь сделаю. Все, я буду падать. Нет. Ну не смотреть. Вообще обнаглели. Я буду вот здесь. А, нет, не туда. Та-да-да-да-да-дун. О, я кошечка. Это было чуть-чуть рисование. Да, я знаю, не похоже на усы. А мне-то зачем этот рисунок-то? Он же твой. Оценочка 5 с плюсом. Это не то. Нет, я больше не играю. Ту-ту-ту.
антистрессом сейчас Катя будет. Смотрите, какая фигня тут происходит. Там, где наши лица, у нас видно розовый. А если здесь, он красный. А кто я? Это магия! Это же нет. Ты, Марио. Следующие кадры, кадры мои. О, минуточку, сейчас я ненадолго пропаду, хорошо? Ладно, ладно. Если я сейчас на рукожопию, это будет шоком для меня. Нет, это Джонона! Джонона! Мыша, Джонона не Джонона! Я сейчас классно его! Победители, пожалуйста. Катя вернулась. Господи, кто так руки рисует? Тут розовый, здесь красный. Розовый, красный. Да все понятно, что это магия. Нам показать, где он красный или где розовый? Пишите в комментариях. Ладно, покажу сразу, где розовый. Вот, смотрите. Это вовсе не я. И красный. Так, в общем, сейчас так, рукой будет рукожоп пить. Надо убрать лицо. Вот, смотрите. Сейчас рукой будет рукожоп. Вот это камера. Вот камера. Вот, вот она. Поцелуй щечки! Это похоже на губы женщины. Слишком пухлые для женщины. Нет. Не забывайте про нашу коробочку. Ты уже говорила это в начале видео. Ну, да. Напомнить не грех. Ну, я просто покажу этот рисунок, чтобы вы смогли рассмотреть. Как она выглядит. Подумали хорошенечко. Ну, не плачь. Как там говорили? Лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Так что подумайте. Теперь мы покажем вам только без наших голов. Не хочу. Ну ты говорила, ты показывала. Ну вот, я хочу показать, что вот тут камера. Это ясно, что тут камера. Господи, надеюсь, это видео обрежет. Обрежем обязательно. Простите. Мы юные бизнесмены. Как вам тяжело в этом мире? Ладно, всем пока, увидимся в новом видео. Да, надеюсь, у нас будет нормально. Тут все плачет, все. Да чао! Где вообще все? До свидания. До скорых встреч. Ага.